Кандидат от партии «Единая Россия» на губернаторские выборы определен. Большинством голосов выбран Андрей Воробьев. Он исполняет обязанности главы региона с 8 ноября прошлого года. На этот пост его назначил Владимир Путин. В голосовании, оно проходило Видном, приняли участие почти 1500 человек, среди которых были и члены партии из Реутова. О ходе выборов расскажет наш корреспондент Владислав Момот. В зале почти 1500 человек. Сегодня одно из ответственных заседаний. Определяют кандидата на выборы губернатора области от партии «Единая Россия». К этому моменту известны трое. Исполняющий обязанности главы региона Андрей Воробьев, председатель областного Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов и руководитель отделения организации «Деловая Россия» Александр Левченко. Пару минут на технические вопросы и приступает к главному выборам. Объявляется перерыв на 20 минут для тайного голосования. Спасибо. В бюллетень включены три претендента. Делегаты конференции путем тайного голосования определят фамилию единого кандидата. Он будет выдвинут на губернаторских выборах 8 сентября. Кабинки и урны для голосования выставлены в фойе. Кто-то определился уже сразу, другие обсуждают кандидатов с коллегами. Но это должен быть человек работоспособный, человек, знающий, чего он хочет, и любящий Московскую область. В итоге интриги не получилось. Большинство голосов были отданы Андрею Воробьеву. Получены следующие результаты. Воробьев Андрей Юрьевич 1184. Зеликов Николай Иванович 40. Левченко Александр Павлович 47. Андрей Воробьев лидировал во всех праймерис. Более того, говорит, что заранее знал исход этих выборов. Я должен признаться, что результат знал заранее. Я это почувствовал, когда первый раз зашел в здание правительства Московской области. Мы имели возможность встречаться в самых разных форматах и реализовывать самые разные полезные и важные проекты. Для участия в избирательной кампании кандидату Воробьеву предстоит собрать необходимое число подписей. Делегатами уже утверждена предвыборная программа партии на выборах губернатора и принято обращение к избирателям Московской области. Владислав Момот, Алексей Ташков для РТВ. Документы о своем выдвижении Андрей Воробьев планирует принести в Мособлсберком уже в субботу. Его избирательный фонд составит 300 миллионов рублей. Штаб кандидата будет возглавлять космонавт Максим Сураев. Уже 29 июня состоится первое заседание. Напомню, выборы губернатора Московской области пройдут в день единого голосования 8 сентября.